Всем привет! Сегодня я хотела заснять, значит, моих цыплят, которые у меня вывелись. Я, значит, 21 день назад поставила инкубатор. Инкубатор у меня не сушка, вот такой. Вот, ну, в общем, с переворотом. Вот, вот решетка у меня стоит. Вот, и, в общем, это, я на 27 яиц ставила на пробу, я его купила позапрошлом году, этот инкубатор, вот, и, в общем, я на пробу поставила 27 яиц, яйца от моих курочек, ну, вот столько вот у меня не вывелись, вот, это болтуны все, я, значит, как, их не просвечивала. Вот, ну, в общем, у меня нечем просвечивать, нужно брать оборудование. Я как-то пробовала один раз, у меня ничего не получилось. Ну, в общем, я решила вот так просто заложить и посмотреть, что будет. Ну, вот так вот у меня вылупились мои цыплятки. Вылупились они сегодня ночью. В общем, инкубатор мне понравился. Вот, в общем, это сам, значит, я переворачивал. Я доливала воды в ванночке сюда только один раз. Если в паспорте написано, что доливать каждые 3 дня, но мне кажется, нет необходимости, потому что вот я один раз, значит, долила воды. Вот так, в общем, и все. Вот. И, в общем, я еще один раз, когда я долила воды, у меня, в общем, сбилась температура, и мне пришлось остужать, поднималась до 38,8, вот, мне пришлось открывать крышку и остужать, в общем, температуру. Через какое-то время, наверное, часа через 2, у меня восстановилась температура в этом, значит, здесь, и вот, и, в общем, я нажимала кнопочку сюда и регулировала, ставила, чтобы мне было 38 градусов. Вот, и, в общем, вот так вот у меня, значит, эти шкарлупки я собрала от, ну, оттуда, из инкубатора. Вот, ну, в общем, помяла, не знаю, вот думаю, курам давать, не давать или выкинуть их. Вот, и, в общем, сейчас я покажу. У меня вот в таком ящике находится, значит, цыплятки. Цыплятка мне это еще суток. Вот такая просто крышка. Вот. Ой, в общем, вывелось у меня 12 штук. Вот они. Им еще нет суток. Вот повесили просто мы обыкновенную лампочку. Поставила им кипяченую водичку. В общем, насыпала отруби. И вот такая крупа. Я не знаю, это сечка или что. Вот, ну, в общем, вот, ну, в общем, вот так вот они у меня, вот, лазят еще, я говорю, им еще нету суток, они у меня выводились ночью. Ну, вот уже они такие высохли, хорошенькие, водички подходят, пьют и клюют, я им просто вот так вот насыпала. Вот, ну, в общем, они клюют, вот, комбикорм я еще им не покупала, потому что не знала, выведутся, нет. Ну, в общем, не знаю, посмотрим, буду я ли вообще его покупать. В общем, я хочу попробовать покормить пшенкой. Вот, ну, в общем, посмотрим. Ну, вот такие вот, вот 12 штук вывелись, остальные болтуны. Вон они еле еще на ножках стоят, но уже пытаются бегать. Это вот эти лежат, которые два, это последние у меня вывелись. И у одного ножка, вот у него ножка выворачивается назад. Я не знаю, вот она выворачивается у него, и все. И он вот так ложится и лежит. Я не знаю, может быть, он даже сдохнет. Вот, но остальные все ничего, хорошенькие такие. Вот, бегают. Это яйца от моих курочек. В общем, я на пробу поставила. Ну, вот так вот они уже бегают, клюют. Вот. Вот так вот. Я ставила 27 яиц на пробу, потому что я испытывала вот этот, ложить туда много яиц, никогда не выводя в этом инкубаторе. Я просто побоялась. Вот. И поэтому я вот... Это я. Вот, занимаемся. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие у меня цыплюшечки вывелись. Посмотрим. Ну ладно, всем пока-пока.